Наконец-то, наконец-то. Трейлер полноценный. GTA 6. Погнали. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Да, мы возвращаемся в Vice City. Он уже, конечно, другой. Но, надеюсь, тот самый клуб, который мы зажигали под I got myself, I lose myself control. Вот это будет на месте. Это на движке игры, я так понимаю, сделано. Что-то немножко это дергано. Вайс, да. Майами, ёпта. Well, look who's back. The only way we're gonna get through this. И будет два главных героя, женщина и мужик. То есть как Бонни и Клайд. То, что писали, подтверждается, да? By sticking together. Being a team. Trust. Trust. Что, отлично? Погнали. Чё? По-моему, в 25-м он должно выйти, да? Тут даты выхода нету. Да, 25-й год. Vice City. Мы возвращаемся. Надо успеть мне пройти до этого времени San Andreas. А лучше всего с самого начала. Vice City, San Andreas, четверка, пятерка. Потому что в четверку и пятерку я вообще не играл в своей жизни. Представляете, да? Только San Andreas проходил какое-то количество миссий. И все. Вот. Ну, думаю, успею пройти как раз. Да, ну хорошо выглядит, хорошо. Надеемся на то, что Rockstar не подведут и будет как минимум уровень RDR 2 по таким миссиям, заданиям, там, сюжету, по всяким этим пасхалочкам и так далее. У меня есть Boosty, я веду реакционные стримы на Твиче, Good Game, VK Play. Все ссылки в описании, до скорых встреч, всем пока.